4 фильма из 10 поданных за разрешение удостоверения запрещены к показу. Мы, соответственно, они шли каким-то образом, у нас же у проекта разные формы, да, понимаете, то есть это был такой некий пакетная версия. Вот, у меня возник вопрос, а кто, собственно, принял решение о том, что это пропагандная порнография? Кто эти эксперты? То есть что, неужели эти эксперты считают, что ну, Юрген Юргис, Самсон Шаташвили, дальше физик, который здесь сидит, профессор, Никита Некрасов, Теодор Курентис, Дмитрий Черняков, Анатолий Васильев, ну и так далее, и так далее, что они превращаются в порнографии. Это странновато, потому что Марина Абрамовича говорит, потому что это как бы обвинение такое довольно широкое, но Министерство культуры сказало, что они экспертов привлекать не будут, и посоветовали подать, то есть не посоветовали, сказать, что если у меня вопросы, я должен подать в суд. Я человек законопослушный. И я подал Министерство культуры в суд. Соответственно, дальше суд, самый справедливый в мире, советский суд,